упражнение «Выпады на месте». Стоим, исходное положение, узкая постановка ног. В руках у нас вес, это либо гири, либо гантели. Мы выполняем зашагивание назад и сгибаем все основные составы, коленные суставы и тазобедренный сустав. Важный момент — удерживать прогиб в поясничном отделе. И очень важно сгибать заднюю опорную ногу. Часто допускаемые ошибки – это сковывание задней опорной ноги в коленном составе, что приводит к лишней нагрузке на квадрицепсы. Следим за коленями, чтобы спереди стоящая нога, колено у нас находилось на месте и голень не гуляла вперед и назад. Также можно выполнить несколько покачивающих движений в конце упражнения. Достаточно.